Всем привет, ребят. Ну что, мы сегодня порт злый день, скорее всего. На аккаунте Вячеслава он долго мучился, рулить, не рулить, рулить, не рулить. Нужна нам Командора и Лазуля. Аккаунт, как видите, есть Огник донатный. Не хватает только пару героев. Я ему говорил, не надо рулить, лучше так их потом добить как-то. Человек хочет и все, и ничего не сделаешь. Значит, будем ролить. Находится он в гильдии Хаген. Беседка ЭВК. Хаген Тыква, Эван Ави. Вот так вот. Кидайте заявочки, вступайте. Первые, вторые места. Битвы гильдии, атака фортов. Так, окей. Поехали. Смотрим аккаунт, что у него есть. Отлично, отлично, отлично. Супер, супер. Супер, супер. В общем, понятно, чьи он видосы смотрит. Правильные прокачки. Так, а дальше Талантикал. Ну, это точно не мое. Так. Ну, в принципе, аккаунт довольно-таки неплохой. Зачем? Ну, конечно, Лазулю хочется. Сейчас посмотрим, сколько тут доната. Акций сегодня нет, ну 318, немало. Так, ворожей. Понятно, в общем. Блин, надо конфетку сожрать. Чуть не подавился слюной. Так, окей. Ну, что-то у него только 4 этих строителя. Ужас, такой аккаунт, 4 строителя. Поехали. Что нам? Let's go. Надо командора. Миссия невыполнима. Анубис сразу же падает. Ну все, ребят. Поехали дальше. Профессор Риббит. Интересно. Стрелок тыква, ну это просто, конечно, нечто, но на этом аккаунте это все не надо. Это жесть. Пару тычек и такие имба-герои падают, стрелоки и ануб. Жестко. Ну, рандомчик, давай. Нам нужна командура и лазуря. Кенди. Атлант. Бигфут, ну блин, бульдозер, друид, рандомчик, не подведи нас. Дед Мороз, капитан Дрейк, а сами кита уходят. Ведьма, Дракос. Блин, вот сколько раз говорю, не надо, не давайте. Такие дни, череп. Блин, да столько героев вытащили, имба. Побежали. Еще раз за 450 и в рейд. Блин, жестко. Что-то жестко нападало. Изначально. Дальше, конечно, печаль полная. Жизнь, боль. Что у нас еще? Только треть. Так, оставим огника, пока не сливаем. Так, Лазуля, давай, ты нам нужен. Смерть. Имка. Рыцарь. Та-дам! Ну чё, поздравляю. Просто, просто пи-пи-пи-пи. Командора мы вытащили, ребят. Ну, половина миссии, половина самого практически. Но плюс один герой есть. Отлично. Поехали, откроем сразу. Ну, герои, конечно, супер упали. Но, блин, обидно. Обидно, обидно, обидно. Надо Лазулина. Ну как обидно? Эпический, конечно, трата самов. Блин, видите, что на этом аккаунте? У него Некроса нету, по-моему, да?
Некроса и Розы нету. Но есть уже Командора. Поехали дальше. Лазуля нужна. Нужна нам Лазуля. Гаргул Кенди. Триантик. Был бы коллекционер, еще бы плюшки получили. Ну, он захотел так, значит так. Что он бы слил самоцветы, что я их сливаю. Но мы хоть уже что-то сделали. Остался только Лазуля. Дракос, блин. Капитан Дрейк. Так, окей, поехали, сливаем. Огника. Ну, сливаем в смысле в рейде. Зависло, отлично. Значит, сейчас будет эпически все. Что-то последнее время не выдерживает Нокс админ панельки. Такс. Ну-ну-ну-ну-ну. Нам нужна Командора. Командора, Командора, Командора. Блин, играю в Бравл, апаю кубки. Нормально, кстати, идет. Уже немножко раздуплился. Надо еще разобраться. Будет стримом вам для вас, чтобы с вебкой нормально было, удобно. Карту захвата надо будет другую найти. Так, 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 так. Битва замков, русский сервер. Let's go. Так. Поехали. Интересно, они все смогут слить? Огненько. Интересно, думаю, нет. А вы как думаете, сольется он сейчас или нет? В общем, ребят, кому надо ролить... Ничего себе! Кому надо ролить, ссылочки в описании. Конкурс тоже действует, ссылочки в описании. Поехали дальше. Так, Лазуля за 30к. Ну, в принципе, это реально. Триант, Гаргул. Блин, Триант, Гаргул уже был. Фея. Анубис, Стрелок был. Капитан Дрейк. Шаман. Дракос. Паладин, просто мега имба. Хранитель. Триант опять. Да что такое, блин? Что это за западло такое? Триант падает. Поехали еще. В общем, герои падают отлично мне. А вот... Надо выбить, когда одного героя или двух недостающих, это, конечно, сложно, но вроде получается. Огник соживой, 9-й, отлично, правильная прокачка. Вот почему ожива на огнике вообще кайф. И вообще топчик. Смотрите. Просто убрал всех героев. Остался там какой-то один несчастный Анубис. Вот и все. Так. 20к. Поехали. Лазуля, приди. Да не тыква, нам не нужна тыква. Опять тыква. Да что ты, блин, за троллинг? Дед Мороз, малышник. Ну давай, рандомчик. Асурик. Хранитель. Это жестко. Так, надо слить огника.
попадается. Что себе там Рино живучий. Так, отлично. Ну, поехали. Последних 10к на Лазулю. Рину. Рину, которого мы только что... Триант опять, блядь. Как он меня уже запарил, этот Триант. Ну, Лазуля. Фараон. Раз, два, три, четыре. Бум-бум-бум-бум-бум. Ну, смысл дальше считать. Вот так вот, ребят. Ну, миссия выполнима на 50%. Ну что, поздравляю. Командорка у тебя есть. Давайте попробуем ее что-то вытащить. Бог войны, бог войны, бог войны. Ну, в принципе, можно. Это все фигня. Фигня. Я не буду долго заморачиваться. Короче, вот так вот, ребят. В принципе, блин, остался тебе один герой, но не один, там еще куча донатных. Ну, поздравляю. Сделали, сделали хоть что-то, хоть не зря слили самики. Но я в таких случаях говорю, лучше ждать коллекционерам оттуда плюшки достать и, возможно, там выбить недостающих героев. Но лучше таких героев ждать какие-то акции, докупать. Ну, смысла не вижу. 80к слить, можно было прокачать что-то. Все, пишите комменты, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.